35% в курском бизнесе занимают женщины. Они уверены, объединившись, принесут пользу не только себе, но и региону. На первой встрече говорили о поддержке, наставничестве и несоперничестве. Клуб объединил разные сферы – промышленность, экологию, торговлю и другие. То есть достаточно много таких интересных вещей, и я считаю, что вот этот бизнес, он должен быть объединен и смотреть, чем мы можем быть не только полезны друг дружке, да, а и с тем, что мы сможем развить еще больше. Да. Сейчас говорят об инвестиционном потенциале Курской области. Я считаю, что вот наши женщины – это как раз тот потенциал, в первую очередь, который может это все двигать. Пока в клубе 25 участниц, но заявки на вступление еще принимаются. Бизнес-леди планируют заниматься и благотворительными проектами. У многих есть опыт работы с инклюзивным центром «Дышим вместе» и социальными учреждениями региона.